Начинаем финальную категорию. Судья международной категории Филипповский. Судья национальной категории Бекиров. Судья международной категории Пухачев. Судья национальной категории... Турдахунов Мадиев. Турдахунов Мадиев. Қызыл кейінше болған Турдахунов, көк кейінше болған Мадиев. Красный трико. Маматкулов, мастер спорта, емгек резерві. Синий трико Бошжигитов, спортивный школ номер 5. Арбитр на ковре. Пухачев, судья международной категории, боковой судья Мамышев. Приготовиться к Ясноулу Чабаев. Көк кейінше балуанға 2 ұпай берді. Қызыл кейінше балуанға 2 ұпай. Есть все борцы? Победу одержал Турсунов, Турдовей Лежит Ротышки.
Gönder. Yekupay. Есет Петров. Подали еще у вас где-то две удары. Кинчим Бабан Хамурзаев. Не табиайцы тутту, го кинчим Бабан Хамурзаеву. Какие-то баллоны пятицерты. Чистый техническую победу одержал мастер спорта международного класса Бомбай. Gracias.
Если же он будет парень. За 2 минуты 50 секунд чистую техническую победу одержал Туганбай Улу, мастер спорта. Пройди сразу. Дергай.
Ети, а вот не упоешь. Забейте, Володя. Алтын пеш есебінде
Уйди вперед, Марк. Если попадешь. Мама, 54. Пошел, пошел, пошел. Давай, на ногу иди еще раз. Ну-ка, да, собери, 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 собери. За голову возьми. Голову. Бежи крепко. Представители команд, просьба обеспечить участника секундометрии, секунданта. Субтитры сделал DimaTorzok.
69 салмақтағы балуанда Алиев Аманбаев, Дайырдан Тоқтосынов Шерманов. Thank you.
Стоп. Если мы перейдем секунду, да? Еркешев подарит Чиону. Жанай Пекпали. Дайдарсын 130 салмақтар балғандар өтеген Мырзалиев. Бутунча. Есет печер. Чисто технического победу со временем 5 минут 10 секунд одержал Донбаев, мастер спорта международного класса, Вишнев.
Дайырдансы 76 салмақтан балғандар Суменко Мамырбай. Представители и спортсмены Казахстана и Узбекистана. Автобус на синицу Саятар будет отходить ровно в час. 12:00. Секундантар, капталда секундантар, Нурден. Берубай. Дайырдансын Турсунов, Данбаев. Екі ұпай. Есеп 11-2. Он секунда Туғанбай оғлы таза жеңішке болды. Накавер А приготовится.
Бирупай. Сесене. Есеп 0-2. Супу приглашаются на ковер. Мэрембек. Представляю борцов на ковре А. В красном трико Муратов, мастер спорта Узбекистан. В синем трико Усупов, кандидат мастера спорта РУОР. Спасибо, красный.
1 упай, эсеп 0-4. Стоп! За 2 минуты 50 секунд чистую техническую победу одержал Муратов, Узбекистан. Итак, за 12 секунд до окончания поединка эту схватку чисто технической победы добился Талай Джанаев. Весовой категории. Смотрю там это. Да, и Володя. Сячин, Сячин, забыл сказать. Пойдет, да?
Чистую победу одержал Будунов. Буквально в начале недавно засрочная победа, победа на душе, выбил хватку Будунов, это наша молодая надежда. Чистая борца. Монсигитов Турсунов. Всем борцам, от нижайших веран, на чемпионат Азии, юноши, выйти на поле. Всем борцам, отъезжающим веран, на чемпионат Азии по юношам, выйти на поле. Аскет портташы, Руслан, да-да-да. Алда, алда. Проходнада.
Yeah.
чистую победу одержал Утегенов Узбекистан. Знамя нашей страны пусть они достойно выступают на коврах Тегерана. Начались финальные схватки за третье место, за бронзовую медаль турнира памяти Кожамкула. Кто там сегодня? Не знаю, я сказал, что попозже. Красный проводил, 3 балла кому это? Синий действие. Шашпа!
Турсунов. Потом, когда финал будет, тогда не построение будет, я жалуюсь. Казань, Уразимбетов и Озов, Дерзбекстан.